классы умеют дружить не только с другими классами, но и с функциями. То есть для некоторого класса можно объявить дружественной некоторую функцию, и тогда эта функция будет иметь доступ к приватным полям этого класса. Для того, чтобы объявить функцию как дружественную, нужно внутри описания класса объявить эту функцию с ключевым словом friend. То есть воспользоваться ключевым словом friend и дальше указать объявление функции. В нашем случае такая функция — это оператор вывода. Оператору вывода для эффективной реализации может потребоваться доступ к внутренним полям класса. Но оператор вывода нельзя сделать методом. То есть никак нельзя дать ему эту возможность без ключевого слова friend. Однако можно объявить этот оператор вывода как дружественный, и тогда он будет иметь возможность получить доступ к приватным данным. Более того, можно не только объявить его как дружественный, но и сразу же определить. То есть не только указать объявление функции, но и определение этой функции. В этом случае, как и все другие функции и методы, которые определяются внутри класса, такая функция дружественная будет inline. То есть не придется разбивать ее на определение и объявление, и все будет хорошо даже в том случае, если вы положите определение такого класса с дружественной функцией в заголовочный файл, и он включится в несколько единиц трансляции. То есть все хорошо, можно описывать такие дружественные функции прямо внутри класса. При этом в реализации этой функции мы сможем получить доступ к приватным полям класса string.